мать пришла плохие новости рассказывать. Ну, выходи туда, сейчас расскажу. Давай, у тебя какие мысли, какую новость плохую я принесла? Ты же мне тоже сегодня плохую новость принесла. Я не знаю, какую. Короче, не существует этого кафе с капибарами, представляешь, в Москве? Реально? Я хотела сейчас, чтобы мы пошли, оказалось, что это обман. Ужас. Как жалко. Ну, вместо этого мы сейчас пойдем в кино. Покажи.